Хуба. Привет, с вами доктор Влад. Ну что, я свою жену все-таки заловил, она приехала. Я опять собралась уезжать. Я на 10 минут ее посадила, она мне дала интервью. Рассказала, кусочек этого интервью будет в конце вот этого ролика, а все интервью пойдет на платный канал. Теперь новости. Какие новости? Вот у меня опять фолдер. К аварии ракеты «Союз» привело повреждение одного из датчиков. Ну, видать, забивали этот датчик. Лотком. Наверное, как-то так, да? Подтвердили члены специальной комиссии. Ну, члены подтвердили, значит, все в порядке. Напомним, авария произошла 11 октября. Из-за нее на МКС не попали россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейк. Но, слава богу, они живы остались все, да? Так, а вот за прошлый 2 года, 2 года получил за прошлую аварию космического корабля «Прогресс» начальник цеха Воронежского мехзавода. Короче, там припой куда-то пропал, кладовщица была на больничном, он его списал, этот припой палладиевый какой-то хороший. Вот, а припаял обычным, ну не знаю, мне кажется, нашли стрелочника просто и все. Вот так вот, ребята. Наследники Александра Галича готовы подать в суд на Первый канал. Ну, хамство, конечно. Была программа, посвященная столетию поэту. Вот, но с родственниками никто не консультировался. Да. Зачем к быдлу обращаться, да? По словам Войтенко, он будет требовать официальных извинений. Войтенко – это сын поэта. Он будет требовать официальных извинений, а также удаления программы, посвященный Галичу. Не знаю, прав мужик, конечно, но что из этого будет? Что из этого будет, кто бы знал? Кремль не располагает информацией от компетентных органов, в кавычках, с подтверждением фактов из статьи «Новой газеты» о Пригожине. Я рассказывал пару раз, да, то есть пару роликов назад. И пару раз я уже рассказывал, и 3 раза рассказывал, что им там свиную голову или баранью голову подбросили и так далее. Вот он про Пригожина. Из статьи «Новой газеты» под названием «Повар любит поострее» следует, что Пригожин причастен к ряду криминальных историй. Ну, в Кремле, конечно, не знают. Еще бы. Они сами там причастны. Ну вот в Москве начались переговоры секретаря Совета безопасности России Патрушева, редкий дебил, с помощником президента США Болтоном. Ну вот насчет вот этой вот что США собираются выходить из договора по сокращению ракет средней и меньшей дальности. Русские давно вышли. Матвей Гонопольский. Нельзя выкладывать кадры, где на твоих глазах убивают. Ребят, я вот об этом говорил как раз. И Гонопольский тоже подтверждает. Ну, нельзя вот вытащили. Просто на телевидении вытащили, как парень идет, стрелять их, убивать. Да что такое, идиоты совсем. Дети же смотрят. Да и взрослым не надо смотреть. Я не смотрел, мне это... Вы чего? А зачем я буду это смотреть? Я лучше ужастик посмотрю какой-нибудь там с бензопилой. Но я знаю, что это кино, а это же живое все. Царь, Москва, Кремль. Это очень хорошо. Опять Александр Горный вылез. Вот. И почему... Вот опять ему непонятно, почему царь не прилетел в Керчь. Вот почему он не прилетел. Да ну не захотел. Какая разница, какой ему там Горный или Подгорный. Все козлы. Царь захотел, значит, сделал. Сбербанк повысил ставки по ипотеке. И еще будет повышать. И ранее стало известно, что Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам. В общем, все плохо. Владимир Путин подписал указ об экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины. И что? Правительству поручили определить, в отношении которых будут применять санкции. Смотрите, вот читаю, что написано. Правительству поручили определить, запятая, в отношении которых будут применять санкции. Вы что-нибудь поняли? Я ничего не понял. То ли это опять ночная смена на эхе, то ли где-то они взяли вот такой вот. А также, какие именно меры планируется вводить. Указ вступает в силу с момента подписания. Указ вступил, а пока еще мер никаких нет. Дебилы, блин. Я отказываюсь это понимать. Ну и вот новости из Америки. Илон Маск пообещал открыть подземный тоннель под Лос-Анджелесом в декабре. И крутил он этот тоннель. Ну, это на вроде метро.
Подземные тоннели станут альтернативой наземному общественному транспорту, избавят город от пробок. Причем он, знаете, как делал? У него он специально создал или создал машину для бурения. Диаметр машины 7,9 метров, длина 121 метр и вес 1200 тонн. Какой-то фильм был, они к центру Земли пробивались. Вот примерно на такой машине. И вот эта машина крутит-крутит. Вот первый участок 4,3 километра. Пассажиры будут передвигаться по тоннелю на скоростном электробусе. Скорость передвижения составит 241 километр в час. Ну что, ребята, это получше, чем метро. Ладно, у меня все, смотрите, кусочек. Ну там что, там... Я вот эти слова положил на видео, которое снято, значит, с камеры, с автомобильной, да, камеры слежения, как она называется. Ну вот просто их сложил, ну чтобы что-то было на экране. Ну вот, а мы с ней в комнате разговариваем. Немножко микрофон надо было к ней поближе подвинуться, но она разговаривает. Ну, в общем, слышимо, по крайней мере, слышимо. Пока, с вами доктор Влад. Во, загорелась красная. Привет, с вами доктор Влад. Я пообещал, что Татьяна моя расскажет про подружку, которая здесь жила в России, потом в Америку уехала, а потом уехала назад в Россию. Таня, здравствуй. Поздоровайся с нашими зрителями. Здравствуйте. Здравствуйте. Что за подружка? Как ее зовут? Ну, во-первых, она не подружка, а просто случайная знакомая. Да. Как ее зовут? Я уже не помню, как ее зовут. Сколько ей было лет, когда вот она сюда приехала? Вообще, расскажи о ней, как ты с ней познакомилась? В магазине? Она работала в русском магазине продавщицей, там я с ней познакомилась. Вот. А она что? Она приехала сюда с дочкой в гости и осталась здесь нелегально. Вот. Ну, она выучилась водить машину, она получила права. Вот, она взяла ипотеку, купила себе неплохой дом двухэтажный. Вот, дочка училась, дочка закончила здесь школу. Ну, здесь школу берут всех, там не спрашивают. В гости ты приехал, легально, нелегально. В школе это никого не интересует, школу берут. Всех детей, независимо от того, на какой срок кто приехал. И самое главное, что нужно им представить, это...